Заброшенные деревни России. Это вот деревня Мысы Кировской области. Ну как бы. Его еще называют хутором. Это, видимо, как большая улица, что ли, у них по названию. Вот, все дома разрушены. Что осталось от них? Ну и дальше вот так вот. Тоже там все дома сломаны, уже ничего нет, все заросшее лесом, кустарником. Вот такие вот разрушенные и заброшенные деревни России. Деревня Мысы Кировской области.